Сколько мы дали? Мы опять проиграли, 5-2-1. Опять какие-то нелепые голы нам залетают. У нас не залетает. Говорить что-то по качеству игры, по самоотдаче, опять я не буду, у меня нет вопросов. Но выходить, давать форму вторую игру подряд, потом героически отыгрываться, наверное, кому-то не хватает мотивации, еще чего-то. Вот все-таки по содержанию, если игры смотреть, многовато технического брака было вот, в передачах. Вот. И, видимо, Слуцк все-таки немножко быстрее мышцы, скажем так, на поле. Наверное, вам со стороны так показалось. Технического брака у нас в чемпионате хватает у каждой команды. Ну да. Здесь встает вопрос реализации, вопрос, еще раз говорю, наверное, мотивации. Не знаю, будем разбираться, но нельзя пропускать такие вещи. Это уже перерастает в какую-то систему. И по поводу технического брака, ну, вот условно добавился Абдулахи. Он добавил нам в этот момент. Но... Я понимаю ваше состояние, все-таки обидно проигрывать на как говорится, на старте второго чемпионата, но вы согласны, что сегодня выигрывает скорость, как говорится, техника и скорость мышления на поле? Естественно, это всегда было. Выигрывает тот, кто более мастеровит. Если две команды условно равны, здесь уже какие-то моменты там. Не хочу про это желание говорить, мы все хотим выигрывать. Но сложно мне ответить на ваш вопрос вот сейчас-то. Ну, извините. Да, при чем здесь извиниться? Извиняться надо нам. Опять же, еще раз скажу, что я не могу им предъявить какие-то претензии по самоотдаче и по желанию выиграть, но да, желание просто какая-то концентрация элементарная. Вроде и не сказать, что у нас молодые ребята, опытные ребята, но опять же, где-то надо доставать из себя, не ждать, что приедет кто-то нам и сейчас вместо нас всех обыграет. Надо играть самим, и мы ничем не хуже, чем тот же Слуцк или еще какая-то команда в этом чемпионате. Но спасибо.